Это один из недавно построенных домов в селе Достук в Баткенской области. Здесь проживает семья Саид-Бурхана Джапарова. В прошлом году в ходе пограничного конфликта их дом был разрушен. В короткие сроки им построили новый. Мужчина показал созданные условия. Это наш четырехкомнатный дом. Здесь имеются необходимые условия. Свет горит во всех комнатах. Установили Wi-Fi. Есть отдельная кухня и душевая. Не жалуемся. Сейчас Мамагуль Джапарова приводит свой новый дом в порядок, радуется новому жилью. Дом построили на совесть, созданы хорошие условия. Помимо крова, нам еще дали особый статус. Идут надбавки к пенсиям, пособиям. Это говорит о том, что нынешняя власть заботится о своем народе. Мы тоже, в свою очередь, хотим поблагодарить руководство страны. В селе Достук проводятся работы и по улучшению инфраструктуры. Местные жители довольны, что государство уделяет особое внимание баткенцам. На сегодня Садыр Нуркоджиевич сделал многое для баткенцев, которые живут на приграничных территориях. Буквально на днях здесь установили электрические столбы. С Кызылбель до нашего села Достук начаты работы по укладке асфальта. Это нас радует. Мы благодарны президенту за все. Самое главное, пусть будет мирное небо над головой, единство в стране и процветание. Некоторые общественные деятели, не увидев собственными глазами новые дома, спешат высказать разные мнения, построенные на предположениях, оставляя в замешательстве общественность, отмечают местные жители. Садыр Джапаров до этого времени за короткий срок проделал большую работу. Однако всегда есть оппозиция, которая хочет хоть как-то очернить, показать не в хорошем свете старания руководства страны. Эти люди, я думаю, просто жаждут власти. Кроме этого, 36 домов были построены в городке Мадина для родственников погибших в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе. Все дома, построенные в квартале Чатбулах Баткенского района, имеют 3 комнаты и отдельную кухню. Дом оснащен всеми предметами первой необходимости. Алла разы болсын, Садыр Нуркоджиевич. Арсындар қойып берген өздері. Шо, салып берді, 4 комнат ағылып. Як, зал. Үйлер салып берді. 36 үйді. Руштан кейінлі бітіріп берді. Балдарға ұслоясы бар, бар жоғы, бар. Душ ванна іштейді, бар жоғы, су чығы атады. Ысық суын ұзақсы чығы атады. Сізге Алла разы болсын. Отметим, Баткенская область получила особый статус, что обеспечивает улучшение качества жизни путем социально-экономического развития региона. Наргиза Нурмаметова, Нурдан Сергеев, «Пирамида».